Приветище! Это Hi-Fi Rush или по-другому чайный набор. Собственно, я своей персоной чай. Здесь сидит мята. Тут у нас восьмерка, не знаю, почему ее восьмеркой назвали. Тут у нас макарони. Вот где он тут? Макарони. Наш пирожочек к чаю с мятой. Ну и там робот, кстати, как его зовут, я все забываю. Расскажи нам, как зашел в шкафчик с одеждой. Ну что ж, можно подглянуть, есть что у нас? У нас ничего нету. Я хотел с тобой поболтать. Здравствуйте! Кардмн. Нет, у тебя вообще не чайное имя. Вместе с восьмеркой роботы, короче, здесь отличаются. Что ж, мы продолжаем наше путешествие. В прошлой серии мы ехали на огромном лифте. Лифт, правда, был не вертикальный, а горизонтальный. И мы сделали экстренное торможение. Ну, как мы? Нам мята помогла. Приключение продолжается. Второй охранный корпус. Только здесь, походу, заперто. Значит, нужен обходной путь. Есть идеи? Стройка. Проверю, что там. Тихонько пройду и попаду. Прямо в ловушку. Тихонько не выйдет. Ну что, покажем вам рок-н-ролл, да? Так, надо вот этого разбить, чувачка. Макарони, лупи его. Красавчик. Что-то я прыгаю, скакаю, скачаю. Ничего себе, у тебя руки пилы какие. Уходим. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, ничего не понятно, никого не вижу. Надо первым делом разобраться. Ай, с летающим, где он? Он летает, нет? Макарони, давай, шлепай. Хорош. Опс, не успел. Да что ж такое-то? Уходим. Со всех сторон. Ну ладно, вы сами напросились. Вы сами напросились. Готов. С этим вот тяжеловато немножечко будет. Ты сдох, нет? Подбить тебя чутка? Вот теперь сдох, точно. И остались мы с вами вдвоем. Ну как, втроем, если меня считать. Я просто хочу ему втащить по полной программе. Оу-оу-оу-оу, нифига себе. Да ладно тебе, завязывай так. На тебе. Сломал ему пилы. Сейчас что-то будет, сейчас что-то будет. Вот, началось. Отбили. И промахнулись. Придется в рукопашку. Ух, начало было жарким. Только включил игру и сразу в пекло. Ну, теперь все точно знают, что ты здесь. Мистеру Чаю и так сейчас тяжело. Не стоит на него давить. Чай, все получится. Поищи настройки, проход внутрь. Вот она, поддержка! Заметка о строительстве платформы. Заметка от Вазер, адресованная строительной бригаде. Многие спрашивают насчет строительства, так что скажу прямо. Нам выделили бюджет, так что надо его на что-нибудь потратить. Так вот, официальный план строительства во втором корпусе состоит из одного этапа. Поменять лампочку над платформой лифт. Говорят, в стене второго корпуса трещина образовалась, но ее мы пока закрасим. А заделаем уже в следующем квартале. Да, вот такие мастера. Починили они, называются. Просто закрасили. Может быть, из-за этого я там переверну. Хотя нет, не из-за этого. Это все-таки мята там постаралась. Что нас ожидает? Ну, как бы я знаю, нас поджидают боссы. В частности, девчуля, которым мы там немножко поднасрали. Но я думаю, что эта девчуля переметнется на нашу сторону. Я забыл, как ее зовут, честно. Давно не играл, опять-таки, с неделю где-то. И забыл имя ее.
Катрин, Каролина. Может, Каролина ее звали, нет? Ну, короче, сейчас мы выясним, как ее зовут. Это Корсика. Я в курсе, что у нас есть дела поважнее, но кто-нибудь из вас умеет чинить кофеварки? Из нее вместо кофе льется какая-то жижа, а мне еще кучу документации читать. Что? Прошивку обновили? Да зачем кофеварки обновлять? А меня искать будут вообще? Может, она все-таки задумалась о спектре? Пока это не важно. Иди дальше. Вот, собственно, и появилась эта барышня. Зовут ее не Каролина, не Катрина, а Корсика. Ну, по крайней мере, на К. Я почти угадал. Значит, вот эту барышню мы ее немножечко так промыли, ну, голову ей промыли и сказали, что ты в курсе, что вообще у тебя тут творится, почему тебя не допускают. И, видимо, смотри, действительно, она начала думать. И может, все-таки получится ее завербовать в свою команду. Посмотрим. Уже радует, что меня никто не ищет. Конечно, Чай расстроился, но мне-то даже это на руку. Нифига, нифига. Вот это я там завернул не в ту сторону. В комментариях мне говорят, если у тебя полное здоровье, ты подбираешь лекарства, то тебе за это дают шестеренки. Странно, как-то я не обращал внимания. Сейчас попробую посмотреть. Да. Попали? Оу. Теперь быстро. Ничего себе. Под ритм надо попадать. Под ритм. Все нормально? Все хорошо. Бугая вызываем. Макарони. Теперь ты. Я их отбыли. Покажи, Мак. Ты звал? Твой выход, Чай. Краткая сводка. Идешь наверх. Наверх? Да. И все? Корсика сидит у себя, а ее кабинет на самом верху. Так что тебе туда. И в чем подвох? Скажем так, сложности будут потом. Даже не упал, смотри. Так, я настроился. Каков наш план? Выбить из Корсики пароль, как из всех остальных, не получится. Почему? У Корсики нет имплантов Вандалы. И ключа тоже. Все пароли она просто запоминает. Надо переманить ее на нашу сторону. Чё? И как ты себе это представляешь? Ведь и вправду, мистер Чай не обладает даром убеждения. Кардамон прав. Но без ее пароля мы не вырубим спектра. Что-нибудь придумаем. Ну, вся команда даже за то, чтобы переманить эту барышню. Я собрал сейчас лекарства и вроде денежку не получил никакую. Ну, шестеренки эти. А хотя у меня здоровье, а не фул. Ладно, не думаем об этом. Думаем о том, как прокачать себя. Макарони чуть-чуть призвал. На чуть-чуть. Так, значит, чипы. Чипы. Я хотел прокачать их вообще в прошлый раз. Дополнительную ячейку для чипа. Покупаем. Все, денег нет. Особые атаки, может быть, на них спустим немножечко. Остаток денежек нету ничего. По атакам. Вот, за 12 тысяч удар арпеджио. Почему бы и нет? Покупаем. По чипам. Посмотрим. Еще одно место готово у нас. Мы можем сейчас туда поставить комбо-замедлитель. Но я хочу прокачать чип. Где у нас? Вот этот? Нет. Вот этот чип хочу улучшить. Для этого нам нужно 15 тысяч шестеренок. Копим. А пока что... О, там роботы друг другу помогают. Я тебя поймаю! Ловлю, дружок! А вообще, в принципе, можно сюда и запрыгнуть даже. А, нам туда и надо. Я хотел роботу помочь, и что-то как-то пошел коробки лупить. Ну, всякое бывает в моей жизни, чего. Вначале хотел помочь, теперь передумал. Да что ж такое-то? Так. Здесь тоже коробочки. Обязательно. Вот теперь можно и наверх. Вы там что, еще не вылезли? Уже бы давно вытащил его. Тебе помочь? Я же говорил тебе не баловаться на работе. Да ладно тебе, у меня все путем. Ну да, оно и видно.
Может, его ударить, и он... Помог бы лучше. Блин, не получается, я сейчас сам упаду. Помог бы лучше. Я хотел помочь, вы не отреагировали. Я бы его снизу поймал на свою гитарку. О! Стой. Рок-н-ролл! Еее! Хорошечно! Все подорвались, можем идти дальше. Пока шестеренок у нас 2000, маловато. Ух ты! Временно отключаю лифт. Нет! Ай, как же высоко надо топать! Ай, еще и лифта нет! Эй, разве нашего чая это остановит? Откуда тебе знать? Мы знакомы 5 часов. Мобилизировать всех! Нужно поймать этого пацана или задержать хотя бы. Меня пока не беспокоить. Конечно, это же чай там. А, кофе она собиралась пить. Блин, я уж расслабился. Она такая, поймай, ну или задержать хотя бы. Как пойдем? Какой план? Что-то я вообще пока ничего не вижу. Вот по этим штукам нет, по этим штукам никак. Сюда пойдем. Подружка, выходи. Ты звал? Спасибо. Конечно, роботы сейчас прилетят. Как они так круто телепортируются? Я тоже хочу. Улетел в космос. Начали. Восьмерка. Ну же. Хватит яйца лизать. Или у тебя... А, у нее, в принципе, нет их. О, тут этот... мята. Что, что, что ты делаешь? А ну садись. Нормально. Пока живем. Это все? Это все. Бежим дальше. Оу. Измерение поменялось. Теперь мы бежим. Ну, нормально, ты ударь. Да что ж такое-то с тобой? Так, это, по-моему, платформы музыкальные. Ага, точно. Вон там что-то наверху было, да? Можно либо на платформу, либо сюда. Ну-ка, ну, там вот эта шестеренка. Е-е-е, 500 шестерней. Нормально же. Хорош. Кардамон, расскажи мне все о Корсике. Но она трудолюбива, требовательна, не понимает шуток. Идеальная начальница. Но Бандлэй, она пришла всего полгода назад. Ну да, я заметил, как она старается выслужиться перед Кейлом. Просто она начальница начального уровня. Хе-хе-хей, мята, у тебя все-таки есть чувство юмора. Начальница начального уровня. Забавно, смешно звучит. Мы наверху! Внимание, служба охраны! Я временно отключила доступ к лифтам. Пользуйтесь лестницами, это полезно для здоровья. Ты это говоришь роботам? Роботам действительно полезно для здоровья. Шестеренки размять свои. Так, я знаешь, что хочу? Попробовать пострелять вот. Задай им чай. Еее, мы его взорвали. Так, а, понятно, можно было не оббегать все вокруг, а просто перепрыгнуть тут через эти коробки и все, в принципе.
Пойдем нажмем на большую красную кнопку. Посмотрим, куда она нас выведет. Может, подорвет к чертям это здание. Хотя нет, тут можно подраться. Не, я к тебе туда не пойду, подожди. Мы вначале выбьем вон ту дверь. Макаруни, давай лупи. Я их одной левой. И куда ты сдриснул одной левой он? Молодчик. Так, что у нас тут есть? Шестеренок, как минимум. Это полезно. Оу, нифига себе. Чуть не прошляпил. Фрагмент баллов здоров. Конечно, это ништяк. Привет, что там у тебя? Я тут вообще-то занят. Если найдешь того дефекта с гитарой, дай знать. Я уже нашел. Я здесь. Я дал тебе знать, но ты все просрал. Тут вроде бы больше ничего и нету. Кроме вот этих шестеренок. Огромная батарейка. Шикарно. Я ее сейчас заюзаю. На того самурая. Ну что, самурай, приготовил свою самурайскую попку? Ой. Сейчас я на вас потреню арпеджио. Вау, класс. Класс, гитара собирается прям как надо. Иди сюда, арпеджио. Подрывы мне нравятся. Ну шо? А, он еще выжил? Да елки, шмоталки-палки. Ну давай, давай, давай. Мимо, мимо. Катину. Ну теперь мы... Подожди, батарейку юзаем? Не хватило мощной батарейки. Зараза. Я хотел ему комбо замутить. Ого, как он, а? Ой-ой-ой, сейчас будет. Хорош, отбили. Зараз, чуть-чуть осталось. Вот чуть-чуть с него батареечек выбить. Погнали! Давай же! О, началось. Врубай! Я готов. Хватит болтать. Разрезали бошку ему. Конечно, не очень хорошо, что-то я пострадал конкретно. Но в целом жить буду. Так, а как нам теперь наверх? Мне кто-нибудь поможет наверх запрыгнуть? Здесь есть зацепка какая-нибудь. Двойным прыжком я точно туда допрыгну? А, да, в принципе, да. Батарейку дай мне. Батарейку, пожалуйста. Ну, он лекарство дал, тоже пойдет. Здесь у нас нужен макарун. Покажи, мак! Я их одной левой. Проход нам налево. А тут еще можно направо сходить. Ух ты, ничего себе там наверх. Так, я понял. Мы отсюда так быстро не уходим. Здоровье огромное. О, привет. Сломалась твоя башка металлическая. Теперь будем пробовать как-то наверх забраться. Ух ты, там какой ящик крутой. А как бы туда попасть? Вон там, смотри. Проходик. Сейчас. А вот и я, вот и добрались сюда. Пойдем открывать теперь тот ящик. Че ты спрятался? Я тебя сейчас все равно вскрою. Не переживай. Три, два, раз, погнали! Ну уже! Максималочка! О, это здоровье, по-моему. Датчик жизни. Ну, теперь попрыгали наверх. Я здесь! Огромная куча батареечек. Надо наверх только опять запрыгнуть. Бочка.
А короче, смотри, фишка в чем? То, что в коробках в основном шестеренки, а в бочках есть батарейки. Так-то это круто. А ты кто? Ё-моё. О! Ядра эхо, это, конечно, здорово. Вот этих чуваков давно не видели мы с тобой. Сейчас к ним подойдем, узнаем, что они тут делают. Опять у них детективные штучки какие-то. Ты только глянь. Дзан за весь кончился, а Рокфора полно. Говорю тебе, равенство начинается с напитков. Все мы знаем, что мир жесток. Но порой хочется просто напиться и забыться. И в этот момент понимаешь, что именно банка тебе и нужна. Каждый из нас хочет верить, что живет не зря. И мы притворяемся, что верим. А я притворяюсь, что мне не все равно, что меня заботит судьба сотрудников. Но на деле я просто выполняю свою работу, чтобы зарабатывать на жизнь и спать спокойно. Ты там хоть записываешь? Я свяжусь с поставщиком напитков. Только без особого энтузиазма. Этот мир холоден, как лед, приятель. Выпей горяченького. Я смотрю, вот тут дофига выпили. Банок-то вон сколько. Или это я повыбивал вам? Все, автомат сломан. Идите, ищите другой. Банки они тут распивают. И тут надо энерготочки чинить. Это по вашей части, мисс Мята. Вы, наверное, счастливы? А то. Эх, инженер из меня, конечно, отличный. Чиню тут им все. Мне бы еще за это зарплату платили. Почему-то Марио мне сейчас напомнило это все. Ой, зря я тут вышел. Мне повыше надо было, оказывается. Еще вверх. Спасибо. Чипик нашел какой-то. Ой-ой-ой, электричество-то тут какое. Ага. Понятно, тут можно перепрыгнуть. Не успел. Успел. И главное, под концове небольшая соска с эликсиром, чтобы подправить здоровье. Нифига себе, сколько я набрал, да? 300 тысяч уже шестеренок в целом за всю игру. Попрыгали? Можем наверх. Можем вниз. Забрал? Забрал. Отлично. О, круто. Немножечко лоханулся. А, дальше. Стой, подожди, зря я сюда запрыгнул. Там, по-моему, что-то... ну все, закрылось. Там можно было в другую комнату зайти. Ну, в смысле, налево пойти. Что-то там было. Ну вот. Это кто ж додумался построить для охраны такое высокое здание? Чё-то неохота мне сейчас возвращаться к работе. Ну не возвращайся, мне же лучше. Там, кажется, меня поджидает. О, сколько роботов. Я туда не очень хочу, но тут прохода нет. По всей видимости, придется с ними бодаться. О, да тут дофига щитников. Бой. Макарон. Макаруни. Да елки-палки. Ты звал? Все, щиты сломали? Нет, не сломали. Так, вот этому надо щит разбить. Машем, макарон! Фига. Блин, да че ж мы так далеко-то от него? Макарон. Этого мы не пробьем сейчас. Вот этого. Да, он опять далеко. Не, сломали щит ему, отлично. Улетел.
Тоже улетел? Почти. Если бы не граната, ты бы уже был на металлоломе. Вот теперь сдал на металлолом этого чувака. Быстренько я с ними. Что, еще кто-то есть? Ну, конечно. Все не так просто. Все не так просто. Давайте. Начали. 5 штук выбил. Что, 1-1 остались, да? Сейчас что-то будет. Промахнулся. Еще что ли? О-оу. Да зараза, ну почему ж я не успел в ритм? Ногу отломил ему. Все, дайте мне пройти. Открывайся. Ну же. Я бегу. Бегу кататься на своем тросе. Ну что, команда, нужен план, как мне заполучить пароль. Мы еще думаем. Думайте быстрее. У нас мало времени. Ты бы вообще молчал, умник. Мисс Мята, не вводите мистера Чая в заблуждение, иначе он и правда сочтет себя умным. Да! Стоп! Эй, Мята, Корсика ведь у себя в кабинете. Может, запустишь трансляцию ее экрана? Вдруг она ведет пароль. А это мысль. Попробуй. Убегаю. Да стой ты! Батарейки мне дай свои. Я там смотрю в кабинете-то, где штаб-квартира наша находится. Там все умники, в том числе и этот робот, помощник. Умничают они там. Я здесь был. О, вот здесь я не был. Наконец-то. Все, теперь бежим наверх. Можем себе это позволить. Я сейчас еще только за куток вот сюда загляну. Тут ничего интересного. Тут тоже. Да, можно бежать. Сейчас подкачаемся. Значит, чипы. Чипы, дрипы. Вкачиваем апгрейд счастливому удару Макаруну. Есть. Теперь у нас не 25%, а 50%. Это здорово. Что, неужели сейчас будет босс? Кстати, корзина, смотри какая. Но мне ничего. О-оу. Ну, ё-моё. Давайте по-быстренькому сейчас разберемся. А, ну, конечно. Где там этот мотоциклет? Погнали! Погнали! Готово! Начали. А теперь рок-н-ролл, ребята! Начали. Но вообще не я взламываю твой комп, и не надо делать мне конец.
Какой ты страшный. А у меня гитара есть вообще. Врубим биты, чтобы видно было. Я макарони хотел. Ну ладно. О, что-то сейчас будет. О-о-о-о, поехали. Хорош. Сдохла киса. Или ящер, или кто это был вообще? Твой косяк, Мята. Всем свойственно ошибаться, мистер Чай. Особенно вам. Трансляция запустилась, но ненадолго. Но, Чай, послушай. Она смотрела файлы спектра про управление разумом. У нее не было к ним доступа. Выходит, она хочет узнать правду. Ну и здорово. Это же нам на руку. Еще здоровье. Коробок дофига что-то. Опять летим. Повторим заход. Ну все, дальше ты не пройдешь. Фигня. Надумаешь сдаться, сообщи. Класс, зашибись. Откуда столько лазеров? Она в панике. Это я в панике. Что мне делать? Дай нам еще минуту. Корска по-любому меня любит. Я прям у нее в почете. Ну, значит, туда никак. А подожди, вон там что у нас? Там тоже ничего интересного. Туда. В этом направлении двигаемся. Что это такое было? Как будто я что-то пропустил. Мне срочно сюда надо. Стоим. Нет, давай я еще постою тут, ага. Так. О, все, поехали. Давай, быстрее, 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 быстрее. Не успел. Не успел. Есть. Я думал, передышечка будет небольшая, но нифига. Я их обнулил. Черт, этот щит нацепил. Не круто. Так. Да не в того ты стреляешь, дуреха. Начали. Да опять ты не в того стреляешь. Что с тобой делать-то? Ох, мята, мята. Давай лазером его. Нормально, пойдет. Размотали здоровяку. А мелкий где-то тут еще был в подсобниках. Убежал? Сдулся? Может, обманем ее? Ну зачем так сразу? Лучше попробуем ее убедить. Женщину, которая пытается убить меня лазерами! У меня хорошее предчувствие. Кажется, мистер Чай не разделяет ваше хорошее предчувствие. Заглянем-ка в эти двери. Готов? Я-то всегда готов. Я уж сколько тебе это тренжу-тренжу, а ты все со своими шарманками. Можно наверх запрыгнуть, да? Там кнопочка. А тут что у нас? Письмо о бракованных энерготочках. Насчет бракованных энерготочках. Мы обратили внимание, что среди энерготочек возрос процент брака. Такие энерготочки легко ломаются, поскольку система гравитации в них не работает. Я начинаю подозревать, что их делали с упором не на работоспособность, а на
эффективный внешний вид. Я бы хотела, чтобы в НИО разработали энерготочки более надежной конструкции. Пусть они выглядят проще, зато работают как положено. Корсика. Мозги у нее шарят. Значит, она не за маркетинг, а за нормальную работоспособность в компании. О, ребята, здорово, здорово. Мне вас сам робо-бог послал, походу. А, там еще кто-то живой? Ну, ты смена. Блин. Че ты тут разлегся вообще? Че отдыхаешь? Вздремнуть хочу, а эти никак не угомонятся. Вы в комнате отдыха. Какая-то странная комната отдыха. Сюда еще забраться нужно. Очень высоко. Оп-оп-оп-оп-оп. Блин, ну как же через этот огонь-то пройти, а? Никак, наверное. Пока никак. Бежим дальше. Все выше и выше. Ой, там сейчас будет драчка. А нет, не будет. Переб сделал немножечко я. Подожди, а вот там вот тут вот 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 вон, смотри, что-то тут. Отлично. Теперь можно и наверх. Взял, объявлятор разбил. Теперь никто не узнает, что он хотел сказать. Ай-яй-яй, вот это вот тут трет как-то светится, но ничего такого. Можно наверх. Через коробочку. О, граффити нашел. Надо же, снова рисунок. Интересно, сколько их всего? В убежище появилось новое граффити. Ну что ж. Я про них вообще забыл на самом-то деле, про эти граффити. Так, пока лифт ждем, можно тут побегать. По низу. Мята, когда в следующий раз отправишь меня наверх, уточняй расстояние. Я просто не хотела, чтобы ты опять начал сокращать путь. Ух, ну почти, почти, то мы бы... Ну нет, не почти, еще далеко наверх надо ползти. Благо тут джамп-платформы есть. Прыжковые платформы. О, 4 раза? Все, мы походу на самый верх сейчас допрыгнем. Главное не облажаться, и я сделал это. Вот там ее офис. Блин, как же высоко. Похоже, она орел, потому что только орел так высоко живет. Высоко-высоко в гораль, жиль-быль орел. Прокачаемся. Особые атаки. Рави и Крамсай появилась у меня. Какие когти прикольные. А что еще есть прикольное? Вот за 30 хибики. Но у меня денег не хватит. Давай я лучше атаки какие-нибудь... Качаю за десяточку. За 16. Вот мощный, мощный дроп. Выглядит вроде круто. Вот его и покупаем. Все. Пошли. Прямо в центральный офис Корсики. Не беспокоить? Ага, и с ней некуда. Двери заперты, но сюда можно пролезть. Ты вроде любишь воздуховоды. Залазь. О, да, это моя любимая тема прям. Так, спрашиваю в последний раз, какой у нас план? Импровизируй. Тебе надо с ней поговорить. Я как-то уже пробовал просто поговорить. Фигня вышла. Она склонна мыслить трезво. Главное, не идите на конфликт. Говори спокойно и по делу. Это я умею. А если она разозлится? Тогда притащи ее сюда. Только уж постарайся повежливее. Притащи ее. Легко сказать. Еще и повежливые. Я так не умею. Пригласим, так сказать, на чай с пирожочком, да? На чай с мятой и пирожочком.
макаруни. Я понял. Понял. Ох, ё. Вот она. За компом сидит. И смотрит файлы спектра. Это хорошо. Быть может, она нас послушает. Я как хамелеон. Мистер Чай, вы слушаете? Жду в засаде. Чай, запомни. Тебе надо тихонечко... Тихонечко не вышло. Еще и комп сломал, по-моему. Какого? Она взбешена. Ты что не так поняла? Ты все не так поняла? Довольно! Ну, серьезно, мне с ней драться. Может, киса исправит ситуацию? И как это понимать? Я хочу поговорить. За меня все сказали мои охранные роботы. Но с ними разговор был короткий. Мистер Чай, не надо так. Ну ты, баклан. Ох, плохо дело. Тебе от меня не уйти. Я серьезно отношусь к работе. Бой! Народ, она хочет меня кокнуть. Попробую успокоить ее. Ты же сама видела файлы спектра. Ты знаешь, что я не вру. Выявлять проблемы – моя работа. Твои советы мне не нужны. А по-моему, нужны, раз ты до сих пор тупишь. А ну, заткнись. Чай, не атакуй. Защищайся. Окей, я понял. Поймешь, когда будешь в нокауте. Остынь, Корсика. Ты вломился ко мне в кабинет, устранил охрану. Чтобы спокойно все обсудить. Вау, ты хоть понимаешь, что несешь? Просто брось палки на землю, лады? Еще чего. Мята, твой план фигня. Эй! Но у меня есть идея. Хочу разозлить ее. Тогда она будет атаковать и вымотается. Чай, ты гений! Ну что ж, посмотрим, что из этого выйдет. Хватит трепаться! Покажи, что умеет твоя гитара! Один пропустил, зараза. Уже выдохся? Да блин! Я справлюсь. Мы долго так будем с ней танцевать, вокруг ходить? Не дайте по себе попасть, мистер Чай. Походу, пока я идеальное уклонение не сделаю, мы дальше не продвинемся. О, хорошо. Считаешь, что победишь одной правой? Эй, это ты полезла в драку? Что? Это типа шутка? Что? Нет, не суть. Отрази-ка вот это! Чё за... Что, не ожидал? Короче, отражать не вариант. Ага. А еще у нее все-таки есть чувство юмора. Не пропускай удар. Не сдавайся. Что? Неотражаемые атаки?
Если видишь сверху такой символ, значит, надо уклоняться, нажимая РБ, окей. О, ветерок подул. Это была ты? Обещаю, в этот раз ляжешь и не встанешь. Ага, понял. Молодец, Чай. Ух, что-то у меня пальчики вспотели. Я могу так хоть весь день, а вот ты, смотрю, уже вспотела. Ну и ну, у мистера Чая талант разжигать конфликты. Это мы и так знали. А если так? Как? Не надо так. Давай без так. Вернулся. Отлично. Рядом с тобой летающая кошка? Уму непостижимо. Не увернулся. Нужно быть внимательней. Сраза. Я и так весь сконцентрирован. Что, все-таки попало, да? А, нет. Или не попало? Попало, не попало? Хорош. Признай, тебе нравится. Чертов лузер! Промахнулся? Такое легкотне промахнуться, да, я реально лузер. Да, теперь ты лузер. Я столько сил убила ради этой должности. Ради кого ты стараешься? Ради Кейла? А тебе-то что? Ему же плевать на тебя. Иначе он давно бы тебе все рассказал. Ты лжешь. Я же вижу, что ты не такая, как остальные. Ты чувствуешь какой-то подвох. Чай, а ты все-таки умеешь убеждать. Говори спокойно. Кажется, у нас есть шанс. Или ты так и будешь дальше тупить? Ай, да ладно! Ну все, ты напросился! Это было жестко. Скажу прямо, вы облажались, мистер Чай. А что я... Что я такого сказал? Довольно разговоров. Сражайся, как мужик. Я и так как мужик, я девочек не бью. Все скоро закончится. Промахнулся. Если вы сейчас проиграете, будет очень плохо. Да я понимаю, и так... Толку всего тут этого понады. Давай, давай, давай. Блин, не отбивается у меня, да, пальцы вспотели. Мимо. Да что ж такое-то? Собрысь! Пальчики надо обтереть от пузика. Есть. Есть? Поднажми, дружок. Уже поздно. Мне бы к ужину в убежище успеть. Ты меня достал! Ёлы-палы. Чай, почти получилось. Не сдавайся. Не, не сдамся. Наконец! Я слишком далеко зашел.
Ты посмотри на мое здоровье! Чертовы музлы прибыли. Поймал Корсику. Эску дали. И куда бежать? Ну! Кардамон, тащи план здания. Несу, несу! Чай, беги к лифту. Классный план. Отпечаток лица, еще и долбанул ее. Опять долбанул. Иди к личному лифту. Я установлю координаты убежища. Нам вообще-то нужна ее башка. Ты сохрани в целости ее, пожалуйста, чай. Вот так вот, молодец. Аккуратненько. Да ё-моё! По-моему, она в конкретной отключке. Видишь? Я ж говорил, все будет тип-топ. Да ладно. Насчет спектра ты был прав. Но с этим я сама разберусь. Мы же на одной стороне. Помоги нам! Ах, Корсика, никудышный из тебя работник. Кирилл! Ты взломала систему безопасности и получила доступ к файлам спектра. Так нельзя. Почему ты скрыл от меня правду? Я жду, чтобы мне доверяли. А ты меня предала. Что? Я не позволю тебе создать армию безвольных солдат. Каких еще солдатиков? Мне это не нужно. Просто знай, Кейл, мы придем за тобой. Знаешь, это все сложилось, что я сам за вами пришел. А? Еще один босс? Зачем тебе это? Я хочу для всех светлого будущего. Могла бы и догадаться. Контролирую разум людей? Что за ересь? Я их освобожу. А вот и нифига! Я не стану оправдываться перед дефектом. Ты только и знаешь, что гитарой махать. Зато я в этом профи. С меня хватит. Больше ты не встанешь у меня на пути. Забудь про пароль. Вали оттуда. Что? Нет! Я почти у цели. А ты, Корсика, ты уволена. Корсика, берегись! Чай! Вот так. Надо было пальнуть из огнемета. Но в следующий раз... Дар убеждения. Сместись с должности начальницы отдела безопасности. Ну, это, в принципе, вышло. Оценка С. У меня еще С не было. Это хорошо или плохо? Ай, да ладно. На сегодня это все. Спасибо, что посмотрел. Если тебе понравилось, то не забудь поставить лайк и подписаться обязательно, чтобы не пропустить следующей серии, если тебе эта игра нравится. Но если ты досмотрел до конца, то она тебе по-любому нравится. Поэтому лайк, подписочка. Пока. Увидимся в следующем ролике. До встречи.